Александр Жигуйков, генеральный директор компании НТ, то есть нанотехнологии МДТ. Прошу, Александр, поднимайтесь. Я про компанию Александр скажу, что она является одним из крупнейших производителей аппаратурного нанотехнологии. Крупный бизнес. Так хочется сказать, почему он называется крупный бизнес? Представляю Алексей Александрович Моргачев, я директор Да. Насколько мы успели обсудить это до начала конференции, все устали, уже есть наработки и не такой широкий заработок в рамках технологии, хотя Алексей сказал загадочную фразу, когда мы здесь обсудили, что мы просто раньше не знали, что это называется нанотехнология, тем более интересно. Сегодня с этой сцены уже звучали очень блестящие, мучащие слова, в частности, водородных технологий, большим учетом, если взять наш бизнес, водородные технологии в ассоциации с Москвой, как президенту Руслана Алексеевича, подмечу нашего страница. Не вижу, выходит нормально, да. В хорошем смысле слово монстров международного бизнеса, компании, которая делает технологии, в этой панели дискуссии будут представлять сразу три человека. Начнем мы с Джона Мин Кима, старший вице-президент Samsung Кореи. У меня телефон, я говорю, ваше обеспечение. Вице-президент компании Boeing Ян, думаю, что примерно уже даже не более чем я с кем разговариваю. Тема с нашей службы из бизнеса. Я говорю, что телефон, что вообще говорит. Я бы хотел попросить сначала выступить на наших иностранных гостей. По той простой причине, что не просто устойчивым выражением, а реалии, значит, есть графики, есть цифры. Реалии фактически является то обстоятельство, что они являются оправдателем, чем не заниматься инновациями, печатать на народе. Народ считает, что у нашей страны в этот непростой час и какая-то возможность очень популярного воздуха догнать биографию. Необходимо отследить, мне кажется, три элемента вместе. Первое – это реализация сдержек. Спасать нам не то, чтобы уже оплачен кризис, а то, чтобы еще можно спасти, и то, чтобы кризис не оплачен. Второе, надо учитывать, что спасать надо не то, что может быть я успел, а то, что в будущем будет клиент успел. И так, нагрелись объясняет нежелание развивать экономический базис, самого конкурента, который все это неправильно. Все это я могу привести два примера, когда в тяжелейшее время именно инновационный проект был в этом кризисе. Это великую депрессию развития катализа в Америке. И в 90-е годы, когда была депрессия в Японии, это развитие синтетических волокон, где до сих пор Япония в 40 раз увеличила рынок и до сих пор конкурирует. Второе – это анализ возможностей. Возможности есть гораздо больше. Во-первых, решаются проекты. Во-вторых, освобождается территориальный капитал. А в-третьих, в связи с тем, что все-таки развитие замедляется, документы неизбежно перегруппировываются, есть возможность не спешить, а собрать вместе отдельные управления и сделать несколько важных системных проектов. И последнее. Кризис открывается рынки, которые для нас были до этого закрыты. И можно купить те уникальные технологии, то кризисы, которые просто не пустили бы в продажу. И последнее – это собрать все воедино и сделать нормальную стратегию развития инновационного софта, конкурентное преимущество и с четкой целью реализовать несколько системных проектов, где основой является создание нескольких инновационных рынков на базе нанотехнологий в России. Я считаю, что уникальным преимуществом на сегодняшний момент является корпорация «Рустнанотех», которая имела большие деньги в тот кризис, в три. А сейчас это просто огромное. Я думаю, что с учетом тех ситуаций, которые происходят на рынке,
деятельность Руснана немножко расширена, потому что, к сожалению, бизнес на первом этапе не будет успевать за возможность Руснана, поэтому не проявляется бизнеса, деятельность бежит придется взять на себя временно.